co-main event of the evening. Our three judges scoring in charge of the octagon, Jaren Belal. And now, heavyweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the chest. She stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 135 pounds, fighting out of her in the world, Mayra Chikara! Out of the red corner, a freestyle fighter holding a professional record, 15 wins, 9 losses. She stands, USA, presenting the number 2 ranked UFC bantamweight contender in the world. Right, come out ready to fight. Итак, данный трофей в легчайшем весе у девушек. Ракель Пеннингтон против Майры Буэна Силвы. 5 раундов по 5 минут. Процент побед приемами, естественно. Начинает она прессинговать на первых минутах. Жестко отвечает Ракель. Зашел у Пеннингтона левой бенке. Да, хороший упреждающий удар. Тут же мидл кик, увесистый, тяжелый. Вот Пеннингтон упрекала на Майру. Действительно, незрелищных боев хватает в карьере Ракель Пеннингтона. Но сегодня все-таки титул на кону. В первом бою против Аманды Нунес она мужественно держалась, сражалась. Но, по большому счету, тот поединок прошел в одну калитку с более серьезными шансами, несмотря на то, что Майра Буэно Силва выступает в роли фаворита в данном противостоянии. Инициатива в руках действительно у бразильской спортсменки. Если говорить о поражениях приемом, то случилось давным-давно в «Инвикте» еще. Причем Пеннингтон является инициатором этой борьбы. Сближается Силва. Тайский клинч пытается забрать. Она Ракель Пеннингтон. Пока удерживает. Колени. Контроль ног. Хорошо работает Майра. Очень технично. Да, перебила в стоп. Сейчас находится, да, в бэк-маунте, заправила ноги, причем сделала это очень быстро. Ситуация. Но сейчас ей приходится удерживать Майро на себе. А Майра и просто нагружает тем своим весом, скрестила ноги. Получает по бедро. Силва просто ждет. Но на самом деле и из такого положения могут тоже вернуть просто в стойку, если вообще ничего не будет происходить. Майра в любой момент она может вновь его организовать. Метно у нас подобралась последняя минута первого раунда. Локоть. Чем довольно. И вновь заправляется нога. Хороший обвив. Вторая нога там же. Благодаря вот этой борьбе, наверное, Майра забирает раунд. Старается забрасывать удары назад Ракель Пеннингтон. Но соперницу она не видит. И нет, не получилось. А Пеннингтон слишком опытная, чтобы вот так позволить себя о том, что можно уйти на перерыв. Резета tudo. Ganhamos. Сейчас довольно забавный был монолог в углу, по которой ты должна идти в клинч. То есть план изначально был работать на дистанции, прежде всего делать ставку на бокс. А вот как раз, ну, к счастью, наверное, для нее, для тренеров не закончилось, да, но могло закончиться. Ну, так или иначе, первый раунд проиграла, скорее всего, Ракель Пеннингтон. Арфот Пеннингтон, клинч. Да, здесь уже Майра зашла на минимальную дистанцию. И Майре Буэно Силве тренер говорил в перерыве, что ты забрала первый раунд, продолжай. Ну, а сейчас задача Майры сделать замок и провести еще один тейкдаун. Первая попытка.
Причем никакие зацепы или обивы здесь даже не пробует. Буэнос... Нет, не получится отсюда. Такой удушающий. Вообще, в принципе, удушающий ниндзя не просто есть в последнем поединке против Коли Холм. Хорошо. Справа. Вот Майре. Многоударный ответ, но больше по воздуху от Ракель. Еще один удар. И вновь борьба провести тейкдаун. О чем это может говорить? О том, что в случае, если устанет бразильская спортсменка, вопрос, когда это произойдет? Произойдет ли вообще? Потому что сейчас второй раунд, всего лишь второй. Несколько попаданий, очень тяжело, точно в голову. Да, здорово, здорово идет вперед Пеннингтон. Прям пропустив с десяток ударов в голову. Сейчас она так прикрывает глаза, судя по всему, очень... Полторы минуты. Да, не очень понятно только, зачем зашла в клинч Ракель Пеннингтон. Ресурсов, стомпы пошли от Пеннингтон. Небольшой перевод. Заправляет ногу, вторую. 50 с небольшим секундом. Смотрим. Прошел замок, но рука еще не там, где нужно. Да, и там активно подбородком защищает. Остается совсем немного. Да, одной рукой задушить не получится. От ущерба этот раунд, вероятно, забирает Ракель Пеннингтон. Скорее всего. И таким образом счет по раундам 1-1. Раунд остался, вероятно, за Майрой. Второй за Пеннингтон. И сейчас небольшое психологическое преимущество. И сейчас начинает она прессинговать. Серия финтов от Пеннингтон. Лица Силвы. И хорошие джебы были. Да, интересный момент психологии, особенно в женских боях, играет очень важную роль. И роль секундантов как раз здесь. Борьба. Первая минута заканчивается. Не может найти, нащупать свою борьбу Майра. Конкретный, смачный перевод был один в первом раунде от Майра. И все. Подхват, здорово. Да, прошел бросок, но сразу же вскакивает Ракель Пеннингтон. И не удалось Майре извлечь, закрыть удушающий захват на шее Пеннингтон. Непонятно, нет. Да, не получится. Здесь ничего. Ну и также Ракель все-таки имеет опыт и пятираундовых боев. Решением, но было это еще не в UFC. Середину боя уже. Но пожестче все-таки бьет Пеннингтон. Публика начинает постепенно показывать. А темп не очень высокий. Но вот сейчас дистанция была на несколько секунд достаточно для тейкдауна Силва. Но сразу же встает опять Пеннингтон, накрывает соперницу. Неплохо здесь нагрузил Ракель. Но сколько можно... Ну, возможно, он просто думал о чем-то своем. Ну, Шон же не скрывает свое отношение к женским боям. Карды с мужскими, то их бы вообще никто не смотрел. И Стрикланд, в общем, является сторонником той позиции, что место же... Ушин продолжает жить. И его кто-то досмотрит. Ну, кто-то смотрит и женский футбол. И продолжает грузить Пеннингтон Майро. Удалось силу. Ну, и опять же, есть разные женские поединки. И вот смог бы, и сможет ли, точнее, сказать то же самое, что он Стрикланд. Последние секунды третьего раунда. Видимо, Ракель выигрывает и этот отрезок тоже. Хорошо.
Olha só, está ficando cansada. Vamos entrar e sair. Para de clinchar com ela. Ela só tem um overhand. Начинается четвертый раунд противостояния. Ракель Пеннингтон и Самана. Там огласила такой своеобразный боевой клип. Образом начинает работать Ракель на первых секундах, сразу показывая, что бразды правления этого поединка отсвет. И здесь заходят девчонки в клинч. Довольно трудно вообще пасть бой сразу с Джулианой Пеней. Ракель с ней не встречалась. Ну а если не с ней или там с решением, вы скажете, реванш, но кто хочет смотреть на этот реванш? Ну и нет, мы-то будем за Яну Куть Сайборг. Так что, думается, хорошее отношение у руководства UFC к Яне есть. И в таком дивизионе... Вообще, получается, что категория до 61 килограмма некогда вообще единственная женская весовая категория в UFC. После ухода той же Нунеса, после завершения карьеры Ронды, после перехода в другую весовую категорию Валентины, действительно, в отличие от веса 52 килограмма до 57 килограммов, где шанс, да. Шанс для Силвы. Если рука зайдет чуть дальше, там все-таки подбородком пытается себе помогать. Охват срывается, мало того, Пеннингтон оказывается в атакующем положении. Удары по корпусу. Тут был трять. Но в целом, конечно, данное противостояние отчасти дискредитирует UFC. Высокий уровень, естественно, в промоушене есть. И даже, казалось бы, такие ребята, как Нил Мэгни, не должны. Считана легчайшего женского веса, в котором наблюдается определенный застой, кризис в последнее время. Но, наверное, единственная девушка в мире, которая могла бы оживить, ну не единственная, да, одна из все-таки, но появление... Сделать 66, так что, чтобы сделать ей 61, необходимо лишить ее какой-то части тела. Спортсменка, может быть, перейдет в 61. Кстати, учитывая невысокий уровень конкуренции в этом весе, возможно, наоборот, короткого и короткого пути к титульному противостоянию. Так что посмотрим. Но пока что, ну, чуть ли не 15 лет. Кстати, Миша Тейт выступала на UFC 200, UFC 300 не за горами, Джим Миллер свой Пеннингтон. We're not gonna play it safe. You're stronger than every fucking position. The heart you just showed. The heart you just showed. That's what we're gonna do. Isso é fazer o vai-vem, porque o vai-vem que vai fazer a errar e você acertar. De ter round inteligente agora. Não cair por baixo. Você cair por cima, você vai pegar ela. Cinco minutos para você ser campeão mundial. Vamos trabalhar na. В первом раунде, скорее всего, эту пятиминутку она и забрала. Переломный момент случился во втором раунде. И далее уже Пеннингтон. Пеннингтон традиционно мощно начинает раунд. Вновь со средней дистанции. Несколько попаданий бэкфистом отвечает. Оценивается, конечно же, урон, общий ущерб. И с этой точки зрения Ракель выглядит лучше. В ситуации, как и, наверное, в большинстве других, свои козыри. В данном конкретном случае это техника, нанося своей визави серьезный ущерб. Для Майры Бонусилова таким козырем могла бы стать борьба. Борьбу уже не первый раз использует Ракель Пеннингтон, когда нагружает, казалось бы, Майра. Она просто резко спускается на первый этаж. Выглядела так, как будто постучала. Майра нет, теперь показывает уже большое
палец, сигнализируя о том, что все переместится в боковой контроль Ракель Пеннингтон для того, чтобы окончательно задушить соперницу. Немного перехватилась Пеннингтон. Имя работ. Заставит она соперницу постучать или нет. Счет 3-1 по раунду в пользу Ракель. Ситуация получается как бы опасная, но кислород продолжает поступать. Видимо, закислило, но уже не получится, да. Но времени еще очень много. Тинг своеобразный. По-прежнему ее грузят, но опасность миновала для Майры. Теперь уже диагональный контроль. Заходит в гард. Остается последняя 25. Серия ударов в голову. Да, мы уже видели сегодня невероятный камбэк Нила Мэгни, который проигрывал поединок Кук и Прак, сотворить нечто подобное. С ударом постарается зайти Ракель Пеннингтон в следующий этап борьбы. Ну и лоу-кики отбивает бедро. 20 с лишним секунд. Тот самый случай. Соперница от Ракель. Каждый удар приближает ее вместе с Думайрем в этом поединке. Никак. Что ж, бой прошел всю дистанцию. И по акцентированным 99-48. Двукратное превосходство. Ракель Пеннингтон. Самое интересное, это здесь такой контроль. 35 лет. Напомним. И у нас чуть андердоги меньше побеждают. Нил Мэгни и сейчас побеждает Пеннингтон. Смотрим повторы. Ждем судейский. Сегодня у нас UFC с Дюплеси. Станет ли он чемпионом? Вот что интересно. Come on. Come on.